Итак, часть вторая сегодняшней записи «Кошка, Ксюха и четыре мыши». Вот они, наконец, лежат в своем любимом коробке. Здесь никто никого никуда не будет тащить. Все спокойно занимаются своим кошачьим делом. Котята ищут молоко, а кошка лежит спокойно и не переживает, что мы их куда-то не туда унесли. Да, здесь они выглядят намного лучше и спокойней. И кошка наша спокойна, да, Ксюх? Ксюх, да мы их не обидим, мы их просто решили немножечко заснять. Хорошая, хорошая Ксюшка. Вот. Ну, как сказано, уже им 3 дня. Пока они совершенно слепые, Паш, не убирай свет. Совершенно слепые, совершенно глупенькие, маленькие, но уже шустренькие товарищи. Будет интереснее, когда у них откроются глаза, это произойдет приблизительно дней через 11-12. И они уже начнут потихоньку самостоятельно двигаться. Так, ну что ж, оставим в покое наше кошачье семейство. Пусть оно отдыхает, набирается сил и растет. До новых встреч. Ксюха, Ксюха, все нормально, не переживай.